Живописная, колоритная и по-настоящему летняя выставка под названием «Наш Крым», недавно открывшаяся в Щелковской художественной галерее, знакомит всех ценителей изобразительного искусства с творчеством художника Станислава Воронова. Он родился и вырос в Чувашии, и поначалу его жизнь была совсем не связана с живописью. Станислав окончил юридический факультет Казанского государственного университета, а после служил в ФСБ, воевал в Афганистане, стал генерал-лейтенантом. Но, по словам автора выставки «Наш Крым», рисовать он любил всегда. Станислав Воронов является членом Творческого союза художников России, награжден золотой медалью за вклад в отечественную культуру. Воронов – участник множества выставок как в России, так и за рубежом. Основные направления его творчества – это пейзажи, натюрморты, портреты, а также присутствуют работы на историческую тематику. Выставка «Наш Крым» занимает особое место в сердце художника, ведь сам он очень любит это место и считает, что там должен побывать абсолютно каждый человек, ибо красоты полуострова действительно потрясают воображение. На выставке, которая называется «Наш Крым», представлены 73 мои работы, которые посвящены Крыму. Эти работы написаны относительно недавно, во время моих посещений Крыма. Я только что вернулся оттуда, написал еще серию работ, посвященных Крыму. Почему выставка обращена к Крыму? Потому что это уголок России, сравнительно недавно оказавшийся снова в составе Российской Федерации. И это как бы приглашение всех посетителей посетить этот прекрасный уголок России. Не являясь профессиональным художником, Станислав Воронов все же смог совместить военную карьеру и любовь к искусству. В Щелковской художественной галерее художник выставляется не впервые. Им написано больше 1000 картин, которые хранятся в различных музеях и частных коллекциях. Множество картин, например, он подарил своим друзьям, которые также посетили выставку «Наш Крым». Мы коллегами берем на 8 марта дарил картину, на день рождения дарил. Они мне в доме висят и приносят такое удовольствие. То, что вот сейчас он делает, то, что вот я столько интересных работ здесь вот вижу сейчас на торне, я представляю, как это сложно. Это подвиг, то, что вот Станислав Кириллович, причем большие работы достаточно, вот, и вот так вот сидеть, зонтик вот этот, жарко. Я писал на юге, в Краснодарском крае, вот, и я понимаю, что тем более, вот, кажется, иллюзия, вода рядом, да, солнце там, оно не жалеет. Посетить выставку «Наш Крым» Щелковской художественной галереи и полюбоваться живописными и атмосферными работами Станислава Воронова можно до 31 июля включительно. Вход бесплатный. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.